лыбзеку хатрызкоти лёхапшча. Я цахцой тхдырратара, уважы, хараха студия чы яхтоп, тқорчалты, ежи-жипшты алхарта тыпхада, апсныжлар рейзарах депутатразы кандидатша сиюккыло, ишсырдыруэт, яхзаи за кандидатша, ари алхарта тыпхада чы хьюкыккылоп, рыхьюкке, элшарада яйт, шейбургыт, уважы, аджаджула шехцхот, Чинджалу Марка Койпа, Апснапехент Карат Университет Далгах, это физико-математика факультет, Апсо Крутой Бешран, ей цо ахчарат на плакко захдзыз, а на пхгайи хаты поездыган, та цо роб юджахшара драбуб. Корчиякан Валерий Па, Леон и Орден Занашел, Апсна Джинчтулапи Ай Бешра Ветеран, Юнизки Жайошук Сейнаркны, жла рейзера депутат Сдухов, та цо роб хшара драбуб, Ажиба Саид Анатолий Папс, Напехент Карат Университет Далгахет, Айрусти Занатала, Юнизки Жахашук Сейнаркна, Ауси Уит, Апснафент Кара, Ашахтки, Айзгакуир, Министра, Акуакалаке, Инспектор Сусум, Юнизки Жахашук Сейнаркна, Далхант, Парчала, Район, Пейзара, Депутат. Таца Радзам. Зила Шаби. Хатырызко кандидатша, ахдыратара алагамтазы, шарай шимуп үйбілді минут, асад абрия хавраджи гулу айкранаджи ишнарбойт, аджаджила алхай цурак шхынарханы, шы программа Атланпи и кяжу ахта рыдышгалар шылшуйт. Омар Какойпа, шышыла халагуйт. Хатырызко, апсныжилар, хатырызко, халхай ца, Уходи я держать разыску и алкал, бана горах, бутыхаква, и бахвар собраха изит, ужран за нас связа канвали венеш и венепша, хараха халхевича, кучзак, и ларс фио опере, яхвара харт припша, и кахцар хтахубу бриакампи, и вазар Ленора азин хайфтозар, сараврус беспяла. Шам тацут, шапхала. Нас творчал район заги все заги вдруг это было за аще за гирейски с ежем поехать зам и чазерги алотаха еще азала гиеха абежранза хайта бранза при яхтысный сверстахоп что в рус бесфяла наше незавидное положение на сегодняшний день выполнено, обусловлено тем, что мы находимся на периферии, у нас нет морского побережья. Мы промышленный город, который испокон веков всегда занимался промышленным трудом. На сегодняшний день наш район находится дотационным, и моя задача, я в чем вижу свою цель и задачу, если попаду в парламент, это обусловленные, конечно, рабочие места, это закон и порядок, в первую очередь. И, естественно, у нас сегодня есть такие необходимые вещи, которые надо осуществить скоропостижно. Это такие, как обязательное рабочее место для наших горожан и сельчан. Там танцует. То... Это был Кан Валерий Па. Арешир Хазипш. И в общем, Альвилар Кунхот, Варчалу, Безюхана, Урасфила, Иха, Абхир, Ассот. Дорогие избиратели, я мог бы с этой трибуны сейчас стоять и зачитывать шаблонные заезженные речи. Но я хотел бы иначе начать свое обращение к вам. Будучи независимым кандидатом и молодым человеком, вы, мои избиратели, поверили в меня. Считаю своим долгом всех вас поблагодарить за оказанное доверие ко мне и сказать вам большое человеческое спасибо. Поверили меня многочисленные жители села Губидия, с которым у меня завязались отличные человеческие отношения. Жители первой беди, которые всегда были на высоте еще со времен Илариона Чаговича Шакая. Жители села Санарда с исконно абхазскими фамилиями. Я благодарен жителям села Цхыда, в котором выросла
мать моих детей, а также бесконечно благодарен жителям села Куарчапан за поддержку и понимание, где тогда и сегодня живет род Куарча и мирно сосуществует с другими фамилиями. Также благодарю жителей так называемого в народе нижней площадки и светофора. Эта часть Куарчала играла большую роль в жизни города. Здесь жили и трудились горожане на больших производствах, таких как ГРЭС, ЦОВ, Заря, Разъем, Силикатный и первая в Абхазии канатной дороги. К сожалению, многое ушло безвозвратное прошлое. Я как депутат старался, стараюсь сделать хоть чуточку лучше и разнообразнее вашу жизнь. Надеюсь, как и тогда, так и сейчас на вашу поддержку. Не сомневаюсь, как и прошлые 5 лет, будем помогать, поддерживать друг друга перед новыми вызовами грядущих перемен. И напоследок хотел бы процитировать философа Ницше: «Все, что не убивает нас, делает нас сильнее». Спасибо за внимание и дай Богу. Что говорит Саид Анатолий Па? Хубзе Халхуича. Урыс бызшал апсвазагия хирмахала акант исхарцта хуб сарасавио. Уважаемые избиратели, осталось совсем немного времени до голосования по выборам в парламент Республики Абхазия. Нам предстоят встречи, собрания, личные контакты, и, несомненно, на них будут озвучены проблемы и задачи, которые волнуют каждого человека, влияют на уровень и качество жизни. В этой связи нужно отметить, с учетом финансовой поддержки, которую оказывает нам Российская Федерация в Республике, и у нас в районе сделано немало в части ремонта дорог, жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры. Но необходимо сделать неизменно больше, чтобы наше население чувствовало себя комфортно. Совершенно очевидно, что решение проблем города и села – задача комплексная, которая будет требовать от депутата умелой постановки задач и координации работы с республиканскими местными органами власти, главным образом при бюджетном планировании. Конечно, далеко не всегда можно отразить животрепещущие проблемы в бюджете, прежде всего из-за недостаточности финансовых ресурсов. И здесь совершенно очевидно, что на сегодняшнем этапе государственного строительства на первый план выдвигаются вопросы экономического характера. Поэтому, на мой взгляд, важнейшей задачей становления является государственная поддержка и законодательное обеспечение развития реального сектора экономики. Прежде всего, реанимация сельскохозяйственного производства, восстановление местной промышленности на базе местных сырьевых ресурсов. Успехи в этом направлении могут укрепить наш бюджет, удовлетворить население в товарах местного производства и тем самым снизить зависимость абхазской экономики от импорта. В Абхазии уже создана законодательная база, регулирующая правовые отношения хозяйствующих субъектов. Однако нужно еще немало сделать в этой сфере, чтобы активнее привлекать внимание и внутренние инвестиции в нашу экономику. Нужно также сказать, что в условиях, когда возможности государства по вложению производственный сектор экономики ограничены, работа с частными инвесторами требует от будущих законодателей государства энергичных действий по защите их интересов от коррупции, криминала и чиновничьей бюрократии. Вам концерт. Ахим Зазе. Ирашома. Дайте возможность дочитать. Абхара Кузигерзеев Шуппа, Хеукала и Хлопчарушу. Абхара Пахрукнухот. Там за Таупи Дудзен и Сазерезатели Хлопчарушу. Это был пакт Иоханцит, штан Шерисери Хазарх, Абри Куцхайто, Саркелах Куцхайто, Хакижуит. Хатерскот или Хапшцай, школа Сершойт, Хараха студия Чишико, Тварчалпи, Вивипшти, Алхарта, Тапхадакампи, а кандидатша. Хатерску кандидатша, сейчас Хахазейп, Шуожи, Абра и то Азараква, Рока, Шуоджи, Истоху, Хайзиманшало, и Фейцбуда Айрги, Алло. И Ларюентны, Рока, Тышгер. А ей. И Лархни, отца Ютухалх. Вапхерулшу. Дары, депутаты изъявили маншалу Азара, амала хайчавер стахуб Шергей Сергеевич, расчехи гизботов, инткарат, безжа
ибзиени шифдру, аурус шифдру, вахана тахамку ифдруит, ахазанза, индкарра тома безвшама цара, чаштар стахзан, изарак ахцот, ифтахазар, абри ишушут, шашхата, сапхут апсны, а экономика ачиразых разлохар хартаку. Какие приоритеты в развитии экономики Абхазии? Кому можно предоставить? Из Тахушалага. Камну Уралага, Апыша Умопу Тахазер Уралага. Еха, а экономика, абсцена экономика, тагала заща, сэндзахский маншала Бухар Яшид. Ам зызгу рацшо. Ари яд халоп, ехинзе, надзаадзо, айтак лакуайо, экономика ганахала. Экономический, я вовлечу за экономический кризис, из-за что хахнги, хоу бартер и калет из банзера, но распила экономика харахат холу. Аврус пару хахнги, ну, зухана, убрай айтак, как паги хахнги, ну, барзал шидзу. И гирехе, ара, апсна, хара, хахео, хапстаза, арашо, хапсабара, зла, алла, я хархар такое, юбах палу хоровой. Я хара капхи наргила, но на сийцо я ава, ара курорт база бзиен и хамол. Вот эти визарики, вот эти хара ашо, и бзиен, и убар, и умбар залшадзум, хинткара да под знейша ала, пицунда, а курорт агна, и хай так лаквайо. Авал амза, авал да, и хай и лганику, Яха и убарт залшадзум, убыс захинджира, айтака пошо. Уи, аккурата ганахала и угозы. И гирахи, хара, анхаби, акатанхами, апхе, убри, аккурорты, акатанхами, дарит халу. Из банзари, яха, ява, ицо, ава, азиги, ирыдахгала афад в зиги, яхара, гурасплант, яхгот. Вы она гора и хархава пара, алгану распла гора хочу. Убри она год, аби врусфил хозар финансовая подушка, а за что ара здесь годом из банзар, хара я алхвала, а пара ара за я лахвала, а рейн харца за хочу врусфил ге ацистот, и суть что за виза. А салху и сюда. А лома и ува гулаги и тахархаб нас яцутся. Мамо, сара, аджа схаза, сестра схаб нас, дара яцутся, ма ягдар хаб. И зухан, макян, аджа сушим, сумшим хан. То есть, как я говорил, приоритетное это направление, это курортная сфера, конечно, и сельскохозяйственная сфера. То есть, они взаимосвязаны. Сегодня очень хорошо развивается у нас значит, бизнес касаемо сельского хозяйства, это по направлениям, значит, парниковых хозяйств, очень заметно. У нас соглашение с Российской Федерацией, значит, о беспошлинном вывозе, да, этих продуктов, сертифицируют его на месте, карантинные службы проходят здесь, то есть все, в принципе, идет к тому, что мы можем по этому направлению очень хорошо поработать. Много направлений. У нас в этом плане, конечно, эта тема очень болезненная, но по природным ископаемым мы очень богатая страна, потому что практически вся таблица Менделеева у нас всегда везде отражена. Другое дело, что можно трогать, что нельзя, потому что да. Все, что создано природой, не всегда можно его трогать, потому что оно непосредственно относится к безопасности, имеется в виду экологической безопасности. Вот тоже злосчастный вопрос по нефти. Вы, наверное, помните мои выступления по нефти. Я очень много всегда был, во всяком случае, был противником самого подхода к этому вопросу. Самого подхода. Если мы рассчитываем все риски экономические и экологические, мы должны тогда взвесить и сделать для себя вывод, насколько он для нас, значит, выгоден. Но по тому соглашению, которое было, значит, соглашение между российской, значит, компанией и абхазской, на тот момент абхазским правительством, конечно, это унизительный договор был, где мы кроме не получали, кроме, значит, налогов,
никакой прибыли мы от добычи нефти не получали. Это очень важный вопрос. Ну, закушат ходари рацвиюп, из бензер кан пишет до имоп, и ну, сказала, и дырует, и его процесску, и шцо. А хасаскум шат геоп. А дунеч, хунткар аргылара яналаго, или хунткар аргылара процессан со, хунткар позыги аша кадырсвует. Убряша гаяна гуд, абри... Оп, рабха, а уве абри апылача первенство измо, абри хагылара змо, абри опха. Абас ищтырхвэд. Харахапсна, яха абхагылара зауташа ико кытан хамио избан. А кытан хамио яадзот апсвора. А кытан хамио яадзот апсвор бзшвэ. А кытан хам ёшоп, яхэо, яхэ яхзаан хани олам схучик. Убри шакас яхацана, нас якур шароп туризм, нас якур шароп промышленность, нас якур шароп гизыги. Яхэ, а кытан хам ё, дбеем куат камлар, хус чай хадзум. Избанзар, а кытан хам ё, илоп, яхэ, Апснахунткара, ахчараджги, апхигла здраракун, яхаги, до халаги, яха, апсварха обру. Убрякан писаскуяна гота, кытан хамио процесс кваихо, ихазги, ихо, яхаги уже, убрияться тут. И цаги, ята тут айсхара. И гираха, я вазар, узбисвала... Силум кайт, сукшахатам, и серисан вазе... Я рей, яхарам, кытан хамя... Нет, уже испак, сукшахатам, кану хаскаса. А дунеша, во всем мире, все страны, которые не имеют углеродов, они ищут их, хотят найти у себя, они нанимают иностранные компании, если сами не могут, и пытаются найти какие-то хотя бы мизерные запасы. Почему? Все почему это вы говорите? Да, я сейчас скажу. Я говорю о добыче нефти там, или еще других полезных ископаемых. Сегодня для того, чтобы запустить все процессы реанимирования, развития страны, нужны средства. Этих средств у нас нету сегодня. Мы заимствуем его где-то или нам там дают его каким-то другим путем, я не знаю. Но сегодня у нас этих средств нету. Для того, чтобы мы могли поднять свою экономику, нам нужны свои деньги. И большие деньги. А эти деньги находятся только там. А уважаемый Кан Валерьянович сказал, что... Валерьевич, извините. Значит... Я вижу, вы уже дебатируете. Да, почти чуть-чуть. Я искажаю имя моего отца. Да. И я извиняюсь, Кан Валерьевич. Я всегда вас Валерьянович называл, между прочим. Ну, это... А в эфире нельзя. Да. Вот в эфире, между прочим, не надо было поправлять. Нас? Кстати говоря, эти собственные средства Абхазия может получить только оттуда. У нас других ресурсов, известных нам сегодня, не существует. Если мы не будем пилить бук, если мы не будем добывать нефть, если мы не будем добывать полезные ископаемые, зачем нам экология? Или экологическая инспекция? Или еще что-то? Экологическая инспекция призвана для того, чтобы, когда происходят такие процессы, не нарушались нормы и ГОСТы. Позиция лускает Саид Зигит Фейцбезер Алап, Тепхашафят Глуб, Саид Уругьяна, Гоябсна, Абрия, экономика Арчеразы, Яхахразло, Юбхадзой. Абсна экономика Арчеразын, Зигреха, Хаай Глу, оппозиция у туризму. Абрия ресурс Кохан Хазачу, Абсна Хаму, Нефтюма, Гюма, Дашакума, они все, Сатамзат Русфилас Чайот, они все конечны. Я начал его, хабсабара его, уйпхе ах, учква ахмота цвирзан хажгоб, если мы шаги пара азгоб. Нас геэкономика, абсанра захинджеры и пшзам. Гагрома, акума, экономика куб, тхуарчал, учимчира гал уйдаша куб.
яха нас урысфил и хозер, депрессивные районы, можно так сказать. У брах и харак нужно делать акцент на реальный сектор экономики, то есть на что? На производство. На производство. Это те деньги, которые больше всего остаются в государстве. Не те деньги, которые уходят в Россию, а те, которые остаются у нас здесь. И потом араб санра, я анхот, арай гижвей. И харак тварчал, нас фера тварчал, биоми шукгылу, убра, я хаб убра, я экономика, штыцер цазывен угонала, я угоны, я ха, уацы, а уе, ихай цара, хюндкара, иха на царя ушой. А инвестиция ку, я рахюндкара, я мой инвестиция, тварчал, а изаку зоологи, изаку наплохка зоологи, убрехи, рештур цазывен, уяк, дачак, а инвестор хан изы что? Урус тула дома, турк тула дома, ицаги хараныджера дома, убри депрессив район корчен, нужно создать те условия, которые будут заманивать инвесторов. А государство может уже софинансировать и вкладывать в район. И а инвестор ее пяхта. А, тахаму, дешесара, китахка. Ну, а бьесара, хочек, эти хатгвы, стахан из Бензера, бьесара. Усам зверли захтера. Мам, из Бензера, бьесара, дари хадо. Зару по экономическое благосостояние страны и народа – это, наверное, важнейший фактор для развития языка, культуры, этноса и всего остального. Потому я, честно говоря, не понял, то есть такое понятие правовая казуистика, но я здесь вижу словесная казуистика, потому что мои слова искажаются. Я не сказал, что не нужно добывать углеродный материал. Я сказал, это палка двух концов. Здесь надо понимать, здесь есть тонкая грань между добром и злом. Можно так это, значит, сказать, потому что мы видим очень много, значит, мировых, значит, примеров, когда просто слабые государства, у которых были найдены углеводороды, там обычно происходит военный театр военных действий, и это не, от этого никто не застрахован. Это первое. И второе. Я еще раз хотел бы повториться. Мы должны посмотреть, рассчитать экономические риски и экологические риски. Вот все вот это просчитав и положив тот договор при прошлой власти, который был заключен между РН Абхазии и правительством Абхазии, когда открываешь, очень удивительные вещи прописаны. Так получается, что вот эти люди, когда подписывали, они вообще не думали о благосостоянии Абхазии или абхазского народа. Потому что это по закону о недрах, недра, земля и недра Абхазии принадлежит народу. Народ должен определиться для себя, нужно ему это или не нужно. Но чтобы ему определиться, мы должны все расклады перед ним положить. Все за и все против. Но когда мы все перед этим народом нашим положим, народ сам должен определить свою судьбу и судьбу вот этих природных искусств. И табуб, абрехара, абря нефть, хашизжу, и рациону, абря арасайфера, пахулцу, хара, ипш, захапсабара, хутакахала, а пара рациону, хархар, алот, аха, хабрехара, хайкология, ишпаны, пшвы, а дунея, пыша, хлампи, шара, а депутаты, яйцо, ва, и халозер, абри, бас, комментарий, ку, офицер стахан. Хара ахтагыла за аша шо ала яха. Уюза амты возможности хамадзим кан Валерий па шиха зипша абризы ге нас яшам кой карца заражить пе власть яха за договор уи муху буси карца заряша ужраан за комиссия алхан на правительство парламент комиссия алхан убри ужранзе разаракун из банзера убрил шаяна го пара рацу а пара раца жан пра ара жохон пра ара бюджет итало пара яха шарашат глума срасат глота ахасат глот убыс убри уйцас их чина абсабара ерге абсно жилари руку я хепа уйи шарфейл шу абсабара убри а нефть хазшу лцахху агурага халагар А дунеша, у бриянефта схрешу, хунткарак выш. Апснаиш по алу. А у бриявиш хунткарак, и хицархуа, виш вахя, а к хошек в сарыштах Мексика якушит, яхкатаз.
Игирах и бзени церкви. Хорошо, яха возможно сто обубри бзени церкви. И бзени церкви псны бехот, хат пара новлык, а бря процесс кухараха зачон хамя, а кытал хамя процесс, а туризм процесс, а кредит пара процесс, а псва бзвя процесс, а хунткара законность, а порядок, а зачон бырцтр процесс ква бря пара да и узыкаца зон. Узана бха псна хазжузык хаакуцна нефты хая слома, ачку не гуиш пана гусаид, имач на же яхту. Мамон, позиция русская, это гуиш пана гусаид. Нефть хаясроб, аха яхе маму, яхе хазых ядзам. Уй, виш хунткара об, убри, есть 200 государств, которые добывают эту нефть, но там есть и такие структуры, которые следят за качеством добывания, за экологией. Все это у нас не развито. Это возможно делать, но не сегодня. Может через 10 лет, 15, может так через 20. Мы же добываем. А та страна, которая добывает, она имеет эти структуры. Я согласен, но наша страна не имеет те структуры, которые будут перепроверять те. Это легко сделать. Я думаю, нам не стоит спешить. Элеонора, Сатамзад, я договорю. И у Брияхты сихалас, Амшина Нышащез, экологическая катастрофа, которая была. У Брия она обошлась 15 миллиардов долларов. Убрет и пожен яхе, алла зана обошлась 15 миллиардов долларов. Из хысхала ошибка хахер, это непоправимо будет для нас. Яра моратории, зоген шугуяна гой, абри, я так зазыги жуе, бри, сара. Сара, сара, шыкте, это сара. А, я тут царстаху, бри, отец. Ара, я с югуана горакова пишу, бе. Я, честно говоря, вот тот же пример, который Умар Хокович приводил по Мексиканскому заливу. Uh-huh. Это на самом деле такое место, где нескончаемое дно этой нефти там. Но там такая серьезная фирма, British Petroleum, там, по-моему, или Shell, сейчас могу путать, но они занимались добычей, но вы меня извините, они не смогли, не углядели. И где у нас такие средства, чтобы... Вот Кокович говорит здесь, что ибзенья арца, ибзенья арца, вообще, я говорю, бахом ибзенья арца. Давайте сдадимся кому-то. Убезырано, сейзыспас, обезыги, все риски проверить. Понимаете, у нас, что у нас привлекает в Абхазии? У нас привлекает в Абхазии туристов из-за экологического туризма. Сегодня очень многие, посмотрите, в Ачимчирском районе, многие... Значит, наши бренды Гагра, Питсунда заполняются, но Абжуйский район приезжает просто ради отдыха дикарем, так называемым. Да, они ходят, в село пошли. Да. И на них же посмотреть, на дикарей. Да, нет, но мы же дикари, мы себя не считаем дикарями. Мы если вы считаете считаем, свой нет. народ дикарями, нет. я не знаю, но мы так не считаем. Но у нас такой район там, Кан Валерьевич. Я так не люди, считаю, у нас очень, люди... очень хороший да, народ. Да, другое дело, если с возможностями чуть-чуть тяжело, но они не дикари у нас. К чему говорю? Другое дело, еще раз, тоже в этом вопросе соглашусь с Коковичем. Надо в любом случае все риски просчитывать. Не просчитав все риски, вообще начинать разговор о добыче углеводородов – это опасное дело. Потому я считаю, что все-таки это еще не время для этого. Нам надо развивать обязательно больше налегат на значит, нашу курортную сферу, сельскохозяйственную сферу, село поднимать, субсидированные кредиты раздавать, людям помогать. Если есть каких резервов? Я вам скажу за счет России. Я имел еще такую неосторожность в свое время высказать, чтобы какой-то фонд создали, и, может быть, на базе этого фонда создать, как, ну, похоже, скажем, агропромышленный там, банк или сельхозбанк, который только будет заниматься кредитами, будет передавать именно... кто будет заниматься сельским хозяйством. Конечно, это такое дело, много невозвратов мы видим по нашему значит, опыту, но это вопросы надо мониторить, это надо по-другому подходить к этому вопросу. Кто-то гарантийные дела и все остальные дела, если мы это все можем наладить, то можно тихо-тихо к этому вопросу возвращаться. Что касаемо вот города Творчал. Город Творчал, что сегодня, завтра какие-то большие производства там появятся, это пусть никто не обманывает, и пусть людей тоже не обманывают. Другое дело, я насколько знаю, Кокович тоже там занимается этим вопросом, у них есть
уже горный туризм, так называемый, да, как-то там они хотели и занимались, или занимаются, я не могу сказать. Это хорошее дело, хорошее направление. Есть у нас в Творчели, значит, горячие источники, которые реально помогают людям по, значит, суставам. И раньше, в советское время, люди приезжали, там на ноги там становились по конечностям, да. Можно это, значит, это направление развивать, значит, естественно, у нас там в Творчели есть доломит, есть, пожалуйста, можно заниматься. Если, как Кокович говорит, можно заниматься нефтью, тогда более болезненные есть понятия, как, например, значит, цементный завод. Если по всем технологиям сегодняшним сделать, уловить или ставить, значит, на выходе, то прекрасно можно выпускать, и очень высококачественный цемент получается в Абхазии. То есть, если по этим направлениям работать, я думаю, что у нас будет перспектива. А при теме Харпшер Стахов из Ванзара эфира Тюмбадзаку Амтацот Асарамит Кайлаха Сабала Истахуп Зарак Шестерц и Фил Шозер Харпшархенео это Зарин Апсна Агуабзирахчера система Шейчкауши Шпаховши. Ярахдзис жилас яштой. А закон шапхашом цепхану кан и дырует депутату Пахашарт Шашила Салагар Стахуп Саид Анатолий Па Яхухауэ. Апсны Агуа здравоохранительная система, ее нужно развивать. Развивать одно. Другой способ ее развития – это такое дело, к которому должны быть привлечены специалисты в этой области, которые должны уже сами подсказать, как это сделать, как будет лучше. Но есть такие проблемы, которые стоят столбом. Например, как в деревнях. Нет пунктов скорой помощи. Людям приходится за 30 километров, за 40 медпункт. Километров. Да, хотя бы медицинские пункты в каждом селе должны присутствовать в обязательном порядке. Я не думаю, что для этого нужно какое-то большое финансирование. Это прекрасно республиканский, да и местный бюджет может потянуть эту сумму. Но это должно быть в обязательном порядке. Хорошо, что вы думаете о взаимоотношениях пациентов и клиники или докторов? Платной медицины, наверное, не бывает. Вот на ваш взгляд, как должно быть? Должны быть контролирующие этот момент органы. Те органы, которые контролируют этот момент, должны контролировать его как следует. А депутаты парламента должны чаще видеться с людьми, с пациентами, которые обращаются в эти больницы. Ну, со своими избирателями. Да, и держать этот вопрос под контролем. И каждый случай нужно пресекать на корню, я так считаю. Кан Валерий Паугуяна Гой, Вовзерах Чарагана Хала, Айх Царахамазария, Бахаму Ицеги, Абри, Зназнала, Зихцхамхо, Усомишуко, Ахама Замахцупаха, Ахаму Пауал Шара Рымадзам, Дачаган Кахала, Шареш Дроид, Ахаким Иджаба Дарадза, Ицгёбу, я так пхакурацу, пхуназикха, А ус женызик я улапахо, а си пшихо занаатачи и яшадзам. И шпахаца ту кан валин. Ну, еха, и вдирует районка, хэнзина заадзо, машина курила, кэтоку акалэк пазигирулси, бас анализ арцет, хау ажидар, и харак, и рыма чима за козиги. Мы дара ус, вони арцет из банзару, у ажидар, и рых узымдарва, хархарта сяуту, Хаким Чаргана Хала, Губзира, Ахчара Гана Хала, Хархарта, Аха, Ауцашу Зимдерва, Аусала Городскую. И Гигана Хабри, Чимази, Хакими, Рейзика Заша, и Смуша Абри, Ачавера, Рачвене, Ахлча. Это Зимхана Сара, Усаз Алазар, Хара Азапан, Хадахклы, это Губзира, Ахчара Азапан, Аха. Аулусфи, Аулусфи, Хозар, предела совершенства нету, его можно всегда видоизменять, дополнять и так далее. Другое дело, вот личное мое мнение, я считаю, что мы должны переходить на вопрос платной медицины. Естественно, конечно, у нас большой пласт неимущих людей,
значит, люди, которые социально незащищенные, естественно, мы это должны залаживать, значит, какие-то льготные мы должны параметры установить, кто будет бесплатно обслуживаться, а другая категория платно. Более того, я хотел бы вам еще сказать, может, кто-то не знает, сегодня наша... Министерство здравоохранения заключило с российским Минздравом о, значит, страховании, да, медицинском страховании. Очень хорошая, нужная вещь. Именно граждане Абхазии, являющие еще гражданами России, могут, значит, иметь страховой полис. Это в этом плане у нас очень хорошие перспективы. Другое дело, еще раз я хотел бы, почему вернуться... Вот, говорят, депутат Кан Квартия, то есть кандидат, занимает больше эфирного времени. Да, ну хорошо. Если так, вы меня вовремя останавливаете. Умар какой па абрия губзерах через амала матарах шо ощелар стахуб шишпах обшуе общалар хара парламент от шнейр. А за кан шапхешума убрий. Чем обхаться? Я хата глаза ашаш. Однако был сырье в Барпио. Юкопа Габзера Хошпертва клиника, вот республиканская больница, например, а у Днейна Дахишталаша, Дахиглаша, Атып Архена, Ятахома Тохарпа Ямана, Яхе Атыпо. Юхозер и Гирахка избан Ускан Хавайвилар, из той, что хочешь про Ростулака, из той, что хочешь про Картулака, из чего рейза амею из-за тагла заши. Языком убрёк, яша хара врач сухаму, хаким сухаму. Ваха настахам хаким бзит сухаму. Ама тахвар гихаму. Ах, убри, ишка адзам. Убри, бусе, ишка атуп. Убри, кан Валерий Павлович Райан зейфет, а закван хадах кылит. А закван откло. А закван и бзизар ги ала. Хазакпан аус аурт амчихацату. Убри аус амчихац замеха, убри аус азаруа. А закпан аши... Шарай, а парламент аш царцку изто убри тазакпан паус шарнуцами? Мамо, усабудзам. Избан? А парламент аш азакпан аус аву харур агудзам хазнею. Шарай, а хлоп шразен шиму? А закпан аус азаруа амчихра структура пао. Убрит аус арвуро. Аха убрит аус арвурт сазахуна... Ирмуазара депутат я айцо яхят. А депутат и ус убрёб, а закон убыс ей прощатуб, яха хтагыла за аша шоко, убри на прощана. А закон убыс яхот, а губзера хоштырта тыпква, а бри Германия клиника, а сша басопиша, а хэтпи закон яхо. То есть там расписаны такие методы и условия, которых у нас сегодня нету. У нас нет высококвалифицированных, проходящих повышение квалификации ежеквартально. Я знаю наших врачей. Наши доктора, да, я знаю, наши врачи ездят самостоятельно, они это делают своими... Не совсем, неправда. В основной своей части. То есть нет государственного подхода. У нас нет подхода к обучению специалистов, которых потом можно вытребовать сюда. У нас приезжают они все же, вы же прекрасно знаете, что мы обучаем очень много, а приезжают единицы. Хорошо, вот вы, допустим, избиратель отдаст вам предпочтение, что вы могли бы по этому поводу, как депутат? Вы знаете, в любой стране, в любой структуре, мы сейчас говорим о здравоохранении, эта проблема существует и в образовании, эта проблема существует во всех отраслях. Все эти отрасли заживут только тогда, когда наш бюджет будет иметь реальные средства. Пока нет этих реальных средств, кстати говоря, поиск этих реальных средств идет, но пока нет этих средств, у нас будет идти и здравоохранение, и вся бюджетная сфера вот в том русле, в котором она идет сегодня. Мы же все недовольны социальной средой, мы же все недовольны тем, как нас обслуживают. Платная медицина у нас вообще неприемлема. Почему? Я в нашем объясню. Законе сказано, там я скажу, есть платная. Да, там хотите есть это платная, отменить? Есть платная медицина. Коммунизм. Да, там прописано это все. Да. Но
У нас 90% населения не может себе позволить платную медицину. Тем не менее, люди платят. Хоть по копейке, вынуждены платить. Они-то где берут деньги? Они занимают у соседей, занимают кабалу, лезут и так платят. Здоровье очень дорогая вещь. Кстати говоря, я одну секунду. Ага. У нас медицинское страхование один из самых богатых фондов в Абхазии, чтобы вы знали. Медстрахование. Да, медстрахование. Она самая, один из самых богатых фондов. То есть надо делать вывод, почему этот фонд очень богатый. Ой, онкология за женахушка рештует, ахшара и уртах яхушка рештует, я хэн за здоровый фонд, а категория козыгей разгдзам. Я убрах из зыги категория появилась харца зыгана. А усура тып ква азро, а усура тып на алаке, у я пары еще тубре фонда. Ой, я укажу философию. Саид Анатолий па, зигратскас и мачно эхцу алшара вахтас шас бот, акрацу уцу ом обрез зараза. Мамзарги да час зараказа, избензар сарай збот, ура я хай мачно алшара швахтас. Усаку зарагивай, сейчас хазу. Вария за цара дары вот эю. Резцар адзбарек дары вот эти, знакало их зыцбу агузем, аха. Ансиахва, арсиахва, парламент хайхцоги апсу парламентов, а здравоохранение хан хазжуги апсу здравоохранение пусами, а зарплата хунызы кема, жюнызы кема, а хаким йоу лагги, тычкуну дуцгабу, а брюйза усачан, ламысла дазне рубханца с гуянагу. Ламысда, ламысда дазнейна, а уйчиху рцитахызар, а пара изым хозар, а пара сумтору усхушдзом хаяй хазар, уюзавы, уаусимуру. Здесь обратно таки встает вопрос и кадров тоже. Такие люди не должны заниматься здравоохранением нашего, наших людей, нашего народа. Вот за этим надо следить в первую очередь. А пара средства, когда будут яхаур, экономика язхар, парак алар, усхан рулафахуги ацахцаравэйт, усхан ахушкозиги, Усмалабаша парада, а вайр зыршаравойт, а хаванза, а бартамамент козыги ирхлопштуп, ирухопштуп, надо держать это все под контролем. И табуп, и сыцархю Аллах, дыратара альбепи, ахтая, хайхадаза, ахтая, хрпшуп, аззара, кухам падирадшуп, аха хатыр зку, кандидатсу, чарайшимуп, и это минут к минут. Тезис хасабла, алху и чарах, шханархана, шук такашхар, уже минут цик, апсчара алутрхейт. Я цахцует хдырратара, дачакала я хёзар, ахыркушарат этап ачхайна хакуб, умаркакой па, шарей шилшат, дачазнаги, алхай цварах шханархана. Шажеш Херц, минутка Амташему. Алхис Русакоп, Алхрачна, Яйна, Рабжир Тирц, Блюзахара Асар Стахоп из Бензера. Хунткар, я шахапсна, хунткар, Блюзам Титаглу. Абревиал Рхва Парламент, Иги Яйва, президент Ялхра, Ялахота Парламент. Убрезеган, а парламент язнукороб алхивича, язнукороб гукпсыкала из Бензера, дара сара ду, дара парламент кяса, парламент хасахуя адзима, парламент хвинткарачи бзиоб загерзеганаха, а брияева парламент яхапыши дуауны алот, убрезехана с алхивича срыхот, дасу дана, и бжиит хирц, абрах глобхахвиги, дасу яхай бабхо, яхай гуизанагу, бри айлихрца бастаху. Кан Валерий па? Хотел сгор халхуйца. Сара сызлач дындырва, кова пасыздырам, избензер, кушук сей так дзына, шаре сэри хайф шаракуэ, хай чайвалакуэ, хай сныгваракуэ, даара цлэ алтшведуква, яхама заан, яхама мазаан, аха, дарбан заала гэзви в харт даазан. Кан Валерий кипавик нахнейна, Абас, ауыз казы, аан, дахамад згылайт. Ехен за слушу за авилар, румад сурс сачун. Ехеги, вот жги, март, вявер зыханан сеге,
шухот алха курашнина, визабже брия бриистат ха шкуи анаго, шабже штирис, абзера шамаза. Жа, секунд узанхайт. Саид Анатолий па? Сара табу бидуд занхан, но раз фарцтахуб халхвичу зиги. Мард жавер зухан, аджабаат харбот. И нероб обжить ярахе зухан, из яха из ртахун зухан рбжирт хироб. Табу бидуд зан. Хатер зго кандидатшей табу Эл шарада ухапи хайфирах шахаиз, уй харада арацахгу яхот, акушара хош зигахшот, март жаирза, хгу янагот, алхуйча, дара и ширтуху рабжирти ипха, акушара хош зигахшот дача знаги, хатарзко телехопшца, шараша хопшуан, абсныжла рейзерах, депутат раза кандидат ша злахоз, ишьяшуйцо адырратара уаха, Харайахтан, Туарчалпи, и Вивипшти, Алхарта, Тыбхадакунпи, а кандидатша Абзиразы, Абсватилюхапшра, Усура Яцнадзойт, Тачагира и Ешимган.